На вакантную должность мэра Нефтеюганска откликнулись 10 соискателей. Закончился прием документов от претендентов на конкурс главы города. Их имена и фамилии разглашать запрещено. Конкурсанты предпочли остаться анонимными. Конкурс по отбору кандидатур состоится уже 2 августа. На заседании Думы города в этот день пройдет очное голосование, на котором и выберут нового мэра. Напомним, конкурс уже неоднократно срывался. Ни один из представителей не устроил комиссию ни в мае, тогда выбор стоял между 14 кандидатами, ни в июне, когда ни один из 11 человек не вызвал доверия.